Мой Витер Гутанги, вы находитесь на канале Zuma React. Сегодня у нас две реакции на великих чувачков, а именно на Kinder Leo Gerbari. Первый тречок. Второй у нас альбом Mortal, aka Mortal в этой шалаве 2022, ты знаешь, чувачки. Mortal, читай по рукам, это M. Мо... Ну, короче, типа R... Т... А... Ой, вот, все, чувачки, я сказал его ник. Начинаем, наверное, с Гербара, тогда не будем томить. Прошлую реакцию хорошо собрала, киндер ее репостнул, чувачки. Опы, опы, где вы, я вас не вижу, чувачки, даже через микроскоп. Вот. Все, кто видит, что у меня не получится, чувачки, где вы где-то там. Вот, let's go, Гербарий. Ну это кайф, чувачки. Вот это я Крюгер Барри. Ну это вообще, чувачки, просто в сердце. Вот у меня будет на Новый год, я уже говорил в прошлых видео, тусовочка. Там по-любому Гермари будет, типа, там чувачки такие пройдут, и я такой, я Крюгер Барри. Ну кайф, короче, двигаемся, двигаемся. Чувачки, down, down, молодой киндер в этой шоу, ну, не, ну, у него вот видно, что на этом моменте у него реально вы плапнул, сидите, чувачки, базара ноль. О, Кандиго. Ну скажи, скажу честно, как-то, ну вот видно, что демочка, чувачки, типа, ну вот я знаю Fendi Gog, вот на Fendi Gog 2 получается, у него там такой звучок был вообще кайф. Ну это на SoundCloud, базара 0, киндер на SoundCloud делает, он отец этого фирмы, мне кажется, его должны в офис пригласить, знаешь, типа он такой в пичечке пройдет, Гендролю такой, такая фоточка, Гендролю, ты шлави 2022, ты знаешь, кайф будет, короче. Она скучает по моему диде, чувачки. Вот честно скажу, вот этот слоут, сейчас покажу вам. Вот прям приятно. Неплохо, как сосок вкуса получился. У киндера лучше. Ну, не, ну а что вы хотите? Отец этого жанра, ой, отец этого площадки этой, короче. И Fendi Gog, чувачки, вот что вам надо, объясните. Это просто, чувачки, кайф, реально, вот речок, реально мощный, чувствительный, прям, чувачки, ну, из-за Fendi Gog 8 ставлю, чувачки, из-за Fendi Gog 8 ставлю, немножко подобобал, но как-то вот киндер прям идеально вошел в эту, а он как-то немножко, знаете, немножко, ну, это мое мнение, чувачки, ну, чё вы, ну, это, так, ну что, чувачки, Mortal, идем дальше, сейчас будем его альбомчик слушать, 2022, Mortal, это еще лавы, М.О., МРТ, ты, чувачки, Mortal, let's go. Чувачки, альбомчик называется Virtual World. Довольно таки идентичное название. Не, ну реально, типа, вот сейчас я вот, что бы ни говорили, типа, есть всякие, типа, Tripside World, А вот Virtual World, кстати, я не видел еще названия, хотя казалось бы, типа, название этот. Говорим трек-листик. Bullets, Skynet Plus Plus, Virtual Rex. Combat. Ага, типа Mortal Kombat. Damn, bro. Immortal Prey. Я потом вам в конце сниппет спалю его партика, чувачки, на моем трачочке. Let's go. Ну что, первый трачочек, Bullets.
Базара Джексон, бро, Базара Джексон. Хочет эти перкс, и она тупее, чувачки. Я говорю, ебай. Хочется вот этого сейчас, типа. Ну, поняли. Типа вот этого фоу хочется, как умрёт, типа. Мы сгорём и курим бананы, бать. Ну, вы поняли, короче. Трава, табак, чувачки, вы поняли. Мортал на джорти-джорти движениях, чувачки. Сделал ей джага-джага, чувачки. Я просто, бля, это кайф. Кайф, ну чё, очень интересно. Короче, кайф, чувачки. Первый прям вообще Mortal сделал это. Он просто взял и сделал это. Skynet Plus Plus. Hyperfall. Очень интересный жанр, я не знаю. Чего это за жанр? Вот реально, типа, название прям очень описывает альбом. Типа, Virtual World, реально. Правда, обложечка странная, как будто он, типа, в магазике стоит. Ну, типа, Virtual World. Ну, это Mortal, чувачки, я, типа, вопросов нет. Типа, это сейчас Skynet, я делаю свэк, а ты нет, бро. Пау. Гличи. Скрай, нет, мне послышалось скрай, на типа скрай. Я показал ей свой брейн, и я показал ей свой дрейн, чувачки. Надо посингать об этом. Потому что, с одной стороны, я показал ей свой брейн, типа, что я умный. С другой стороны, я показал ей свой дрейн. Ну, типа, ну, вы поняли, короче, чувачки, посинкайте об этом, think about it. Уже записал 10 треков и сажусь за бит. Skynet.
чувачки, кайф, кайф. Skynet, Skynet, чувачки. Ну, я не могу, типа, Skynet. Так, ну что, чувачки, дальше, Virtual Rex. У него все, кстати, треки, чтобы вы знали про Дми, насколько же он талантливый битмар. Я вот жду, когда уже будет дропать Будда, и, допустим, я потом начало... Чувачки, хочу это слышать уже. Типа, что-то она мне скинула жопу, типа, это Virtual X, чувачки. All my money talk, твоя деньга молчи, чувачки. Те, кто кэпят на нас, чувачки, те, кто кэпят, вот все про вас сказано, чувачки. Я понимаю, что происходит у меня в голове. Только один лишь фейк, только одни рексы на уме. Каждый раз они сравнивают меня с другими, но мне плевать вообще. Каждый раз они сравнивают меня с другими, чувачки. А с кем его можно сравнить? Ну, у него прям очень идентичный стиль. Он нашел свой соус, как говорил Kinder Lil. Чувачки, Kinder... Kinder... Вот так вот, Kinder, короче, К, типа К. Типа, вот К, Kinder Lil, чувачки. Кайф. То, что они говорят, не очень звук типа экспериментальный, но интересный. То есть уже мы потихонечку входим в этот 2023 год. Кайф, кайф. А по факту у него по идее биткоины есть. Он такой чувачок мощный, что, ну, по идее, у него есть и биткоин. Нет, кайф. А тут, подождите, а тут сейчас сам не трек в трек входит? Это у нас... Подождите. Не-не-не, нормально. Ну, короче, по Virtual Rex классный дрячок, прям вообще зачетик. Вот Балец мне очень понравился. Вот, ну и Skynet. Ну, типа, просто, понимаете, это экспериментальный звук, я не обязан его сразу выкупить, чувачки. Это экспериментальный звук, чувачки, я его выкуплю, базара ноль, но пока что мы его не выкупили. Ну, я не выкупил, пацаны уже выкупили. Вот, а у него даже называется жанр электроник, то есть такая электронная музычка будет у нас в 23-м году получается, чувачки, кайф. Ну что, Mortal Kombat, чувачки, Mortal Kombat, нафиг. Damn, bro! Я мото, у меня есть этот комбат. Я зума, у меня есть эти шарики. Но если вы знаете, такая игра из зума. Я зума, у меня есть эти шарики. Хорошо, очень хочется, чтобы он еще выше взял, чувачки. Хочу это услышать. Хочется, чтобы он взялся, типа, потом... Вот такое я хочу. Ну, базара ноль, типа, свой стилёк у чувачка. Базара Джексон, чувачки. Но с точки зрения, ну, типа, музла, мне кажется, это на уровне Тусика.
Ну, сами посудите, типа, вот тузик, типа, электронщина, все такое, но там все равно попроще это будет. А тут столько гличей, эффектов, все это мешается, чувачки. Вот это реально, чувачки, альбом, который должен ДК обозревать вместе с Мортом, должен позвонить, сказать, брат, погнали обозрем этот альбом. Вот так вот надо, чувачки, так что кайф, кайф. Бич, окей, я не назову тебя своей бэй. Типа я нашел пинту, я так понял. Не? Ну ладно, ладно, не будем, а то еще. Мауль, не хотим Мортову проблем делать. Mortal 2023, чувачки. А вам не кажется, что это альбом из будущего? Чувачки, ну сами посудите. Тут такие биты, которых нигде еще нету. Это первое. Второе. Тут уже не в первом треке, вот это Mortal 2023, чувачки. Мне кажется, это челик. Чё-то он от нас скрывает, чувачки. Чё-то он от нас скрывает, базар ноль. Pray, чувачки. Pray, let's go. Многие мне скажут в комментариях, бро, типа тут нельзя под это слушать, типа как под это можно качаться, ты типа делаешь вид, чувачки. Найдите ритм, найдите свэг, найдите саус и качайтесь под него, как говорю, моё, типа так вот, когда хороший трек, надо сейчас. Походу я боулинг, чувачки, я не боулинг, Очень типа интересно. Ну какой же он, бля, ну это реально кайф, чувачки. Ну это реально кайф, я просто в шоке, как же так можно, чувачки. Купает мой свайк, чувачки. То же самое было со мной год назад. Мне говорили, бро, да ты Клаус, типа ты вообще, твое музло говно, чувачки, не делай свое музло, чувачки, фит с Мортовым 2023. Фит еще с чувачками мощными, фит с Сидишкой, чувачки. Фит с такими людьми реально будет. Чувачки, вы просто не вывезете. Вы просто не вывезете, чувачки, этих последствий. Казалось бы, трек заканчивается, но... Как же он я вам снипет поставлю нашего, ну, его куплета. Типа, я сначала не выкупил бита, а потом как выкупил, чувачки. Кайф. Вот этот трек очень интересный с точки зрения музыки. Как же у него биты проработаны, чувачки. Это просто... Это Тузик 2, чувачки. Нет, это даже не Тузик 2.
Это Mortal. Это Virtual World. Вот что это, чувачки. Get back to me. Кстати, ну типа вот раньше Purple, как по мне, ну двигалась, вот можем, типа, даже тот же Iowa, Mortal Iowa World, да, типа. Короче, в целом все в основном двигались по R&B в таких, а теперь уже немножко идут как бы ответвления, Twins в своем начинают делать, да. Киндер дальше свой саус пытается искать. Ну, как бы он его уже нашел. По R&B, типа, это его саус, чувачки. Ну, типа, что вы не говорите, вот этого вокала. Вот это вот реально кайф. Mortal вот свое уже находит, чувачки. Purple уже становится биг гэнгом, чувачки. Скоро MM, возможно, немножко опустится, а Purple, чувачки, поднимется вот туда же. А, это мы случайно начали слушать это Iowa World, чувачки, давайте. Я просыпаюсь с этой мыслью каждый день, как материализовать то, что у меня в голове. Мой внутренний демон выходит только во тьме. Сажусь ночью за микрой, выпускаю его в крик, как будто спит в мире за драка. Копение низко, будто это поздравление. Постоянно о Небине вспоминаю, чувачки. Чего вы к неоновой придолбались-то? Ну, она же никого не обижает так-то, чувачки. Хотя, может, вы и респектуете, тогда базара ноль. Я из другого... А ну-ка еще раз. Кто говорил? Кто говорил, чувачки? Они еще не выкупают. Боже, он вообще мои мысли читает, чувачки. Я все равно иду вперед, чувачки, кто бы что ни сказал. Вот это про меня муть, чувачки, сейчас реально. Типа, где я был, чувачки, теперь я... Ну, даже, типа, условно, если это... Ну, ладно, потом, короче, поэтому, ну, короче, кайф, чувачки, кайф. Я у Киндера в ТГ-канале, чё вам надо? SoundCloud рэпер, я точно попаду на небеса. Кайф. Давайте дослушаем, уважим его. Я имею в виду до конца бит, короче. Ну кайф, кайф, чувачки. Что ж, пару слов скажу, будем заканчивать. Чувачки, короче, одним словом, альбомчик интересный. Челси 3, говорят, во, Челси 3, звук из будущего. Пожалуйста, послушайте, чувачки, Virtual World. Mortal на SoundCloud, пишите Virtual World. Mortal, a.k.a. Mama Mortal. Вот, чувачки, это кайф. Потом слушайте Гербарий, ну вы поняли. Короче, альбомчик кайф, епишечка кайф. Вот, Гербарий тоже... Тоже кайф. Вот, мы уже с вами будем прощаться, чувачки. Подписывайтесь на этот каналчик, ставьте лайкосики, чувачки, пишите комменты, угарные, чувачки, все вижу. Слушайте мои тречочки, вот тут где-то оставлю этот подсказочки. Вот, короче, что еще могу сказать, чувачки. Пока!